Всем привет! Я Артур Саркисян, более 20 лет в винном бизнесе, сомелье, винный эксперт. Делаю ежегодный винный гид по винам Армении и России. Сегодняшняя рубрика посвящена воровству винотеки. Полиция, как правило, очень неохотно этим занимается, и, по сути, общественность об этом не знает. Поэтому, на мой взгляд, было бы правильно, чтобы все абсолютно знали бы этих людей в лицо. Совсем недавно, 13 марта, в наш магазин, в винотеку АЭС «Коллекция», пришел очень интересный персонаж. Типа велосипедист, очень долго готовился за пределами винотеки для того, чтобы зайти. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я обновлюсь. Россия, правильно? Какой ценовой диапазон белого вина вам комфортно? Видите, вы будете или после для соуса? Ой, это как-то везде в винотеке есть наклейки. Там указано, что ведется видеонаблюдение. Что должно быть у человека в голове, что просто можно зайти и вот так вот на камеру, как артист, просто выступить, да? Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Он выбрал самую дорогую бутылку, которая лежала на полке, бутылка армянского вина «Алурия». Серьезно, гурман настоящий. Что у вас есть? Какие марки такие есть? Приобрел он российское вино стоимостью 490 рублей. Значит, 10 рублей вам должны сейчас? Нет. Все, еще раз. Будьте бдительны. Присылайте мне на электронную почту интересные ролики, которые мы сможем собрать и тем самым показать вообще, что происходит в магазинах, как воруют. А также вы сможете увидеть на нашем канале, как разводят общественники продавцов винотеков или ресторанов, тем самым показывая свое неуважение. Типа борьба с продажей алкоголя несовершеннолетним. Я вас всех знаю в лицо. Я все буду абсолютно выкладывать. Подписывайтесь и будете получать очень интересные ролики.